По маршруту 202 микрорайон Нижний Бестях начали курсировать воздушные подушки. Цена остается прежней – 1000 рублей с человека. Стоимость детского билета составляет 500 рублей. Всего перевозкой жителей занимаются 11 воздушных подушек. 1000 рублей на тариф будет идти до тех пор, пока сплошной не пойдет лед, уже невозможно будет ходить, выйдут аэроботы. Это другая модификация таких же катеров, да, ну, только немножко другая модификация. И это самое, тогда будет с пересадками до песков сюда, до острова вывозить отсюда, а там уже будет подушки забирать. Получается 2000. Ну, а так, если разобраться, подушка, цена у нее не меняется, также 1000 рублей. Ну, сделали они немножко где-то, рейса по два, пока народу мало, рабочая неделя идет.